на теплоходе музыка играет, а я одна стою на берегу. Водные прогулки в Парке Победы. Капитан плохого не посоветует. Сегодня самые смелые из агентства «Минск Новости» решили отправиться в морское приключение. Вы готовы? Поехали! 14 лет на флоте. В Беларуси начал я с этого теплохода. В 83-м году. Теплоход 58-го года выпуска. Но вы не смотрите, что он такой старенький, старше еще меня. В 2006 году была полностью его реконструкция. Работать начинаем где-то с 1 мая. Популярностью. Погода, когда хорошая, постоянно. В день по 15-16 рейсов делаем. Я другой работы просто не представляю. Любоваться столичными пейзажами с другого ракурса всегда приятно. За прогулку на теплоходе продолжительностью 30 минут вы отдадите 10 рублей в будни и 12 в выходные. Первый раз мы уже с нашим коллективом сплавлялись на байдарках по Свислочи. Мы посмотрели Минск под иным ракурсом. Сегодня мы наблюдаем со стороны про тех людей, про которых мы рассказываем в своих сюжетах. Это, конечно, наш любимый, многоуважаемый освод, который следит за порядком на воде и помогает людям. Конечно же, это наши любимые минчане, которые сегодня активно загорают, наслаждаются летом. Поэтому мы сегодня с другой стороны, но это не менее прекрасно. Мне очень нравится, это очень живописные места столицы, здесь очень приятно, такие необычные даже виды, которые в обычной жизни их не увидишь. Если ты найдешь работу по душе, тебе не придется работать ни одного дня. Как раз таки сегодняшний наш день, это времяпровождение доказывает эту красивую поговорку. Вот, наслаждаемся и работаем. Я думаю, что мы будем чередовать, журналисты пробуют что-нибудь активное, потом что-нибудь спокойное, и я думаю, что следующее будет тоже что-то очень активное. Пока кто-то катается на теплоходе, другие спасаются от жары в воде. Каждый отдыхает по-своему. Мы в первый раз вот с семьей так выбрались на теплоходе. Мы и Жодина вообще сами. Погода отличная, решили немножко разнообразить будни и выбраться всей семьей в Минск. День рождения. Отлично. Что больше нравится? Как меня трясет и вода. Мне чуть-чуть страшновато, но в принципе здорово. Шум волн. Наше морское приключение продолжается. У меня отец капитаном был, ну я так как бы пошел по стопам. И у меня вторая работа на буксирном теплоходе, по реке Днепр основное. Прогулка на катере стоит 12 рублей за 20 минут. Вам выдадут спасательные жилеты и устроят музыкальное сопровождение. На теплоходе отдых был более спокойный. Тут, конечно, больше движа и драйва. Каждому свое. А какой отдых предпочитаете вы? Вот сейчас мы покатались спокойненько, релаксанули. А теперь же можно и ворваться в этот вечерний Минск с такими эмоциями, отличной музыкой на этой прекрасной касатке. Чувствуем себя русалками, да, девочки? Да! Ой, все понравилось. Первый раз это было неожиданно. Я боялась, но в принципе все получилось хорошо. Спасибо капитану. Круто было. И тоже экстрим, даже когда он поворачивался особенно. Отдыхайте в городе Минске, как агентство «Минск Новости». И пусть всегда вас будет.